интересных животных. В мире бывают громадные животные, как верблюды, белые тигры или тапиры. Также в мире бывают много маленьких животных, как шиншиллы, обезьянки или собачки. Если вы хотите их увидеть, то смотрите передачу «Удивительный мир». Удивительный мир. Леопард. Леопард – это пятнистое желтое животное, которое живет в Африке. Леопард очень похож на гепарда. Гепард – это самое быстрое животное на Земле. Леопард не такой быстрый, как гепард, но все равно он может поймать добычу. У леопарда очень острые зубы. Леопард больше, чем гепард, толще, чем гепард. И еще леопард не такой гордый, как гепард.